Всем привет! У нас Иркутск поездка начинается с перебирания обуви и замены колес зимних на летние. Резину, да, как в машине говорят, меняют. Заменили всем, вытянули по кроссовочкам. Тимошке такие беленькие, красивенькие достались. Анютке синенькие она любит. И Паше такие более темный цвет, но с такими яркими носками. Ой, этими. Так что, ну этими шнурками такие крутые. Слушай, такой под эту услышишь? Ага, под зимой. Да, ага, скажи, такой крутой. Это, ну, я имею в виду такой стильный, стильный такой, с этими шнурками такими необычными. Все, ребята, давайте в машину. И Сашуньки, Сашуньки вот тоже такие достались. Пошли. И папа свои летние достал. Соломоны. Идем сейчас в машину, уезжаем в город. Ребята, у нас сегодня такая поездка. Очень насыщенно, оставайтесь с нами. Мы едем и за покупками, и за... Аня себе будет чехол подбирать, и мы в Галамарт снова едем. Там мы целый список себе составили, что нам нужно взять, купить. И потом, что мы делаем? Короче, оставайтесь с нами, посмотрите, куда мы поедем. Очень много всего будем делать и покупать, и так далее. Мы идем к дочке-сыночке, Автоград. Детям памперсы покупать. Саша, но на ночь мы ему еще памперсы одеваем, потому что иногда уписывается. И это, и Боречке маленькому. А Тимошка идет себе что выбирать? Лего. Тёма идет себе выбирать подарок от тети Оксаны, дяди Виталика. Хочет выбрать себе Лего. Если здесь не найдем, тогда поедем еще там на центральном поищем. Но должны быть в дочках сыночках. Здесь очень много всего есть. Ну что, как тебе мир Лего? Много всего, смотрите, сколько здесь. Целый этот. Ну давай, что-нибудь выбирай себе. Нашел то, что надо? Ищу. Ну давай. Что, Тимошка, выбрал что-то себе? Ага. Что? Ну, сюда посмотри. Не нашел. Не нашел то, что хотел? Ага. Ну все, тогда будем в другом месте искать. Нам нужна бутылочка. Мы хоть и не на смесях, но сейчас будет жарко. И он уже водичку иногда просит. Поэтому сейчас мы что-нибудь выберем. Маленькая, да, думаю? Они синенькая, да. Синенькую хочешь? Может, зелененькую? Так, давай, большинство победит. Я хочу зеленую. Синяя. Или зеленую, давай зеленую. Так синяя или зеленая? Зеленая. Зеленая. Все, зеленая победила. Я зеленая победила. Так, все. Мы порешили с детьми брать лягушку. Лягушку. О, это тут еще это отстегивается. Я его кормить начала. Выпадает вот такие слюнявчики. Смысл стирать его раз за разом. Он выплюнул еще что-то, отрыгнул. Например, ну, когда кормим. А так вот повесили. Класс. Берем, порешили, тоже на зеленом остановились. Зеленая бутылочка, зеленая, да. Лягушка просто нравится, нам с Аней понравилась. Угу. А тут еще отстегивается, смотри, можно... Помыть быстренько. Выше, нет, можно помыть. Меньше сделать и можно больше сделать, смотри. Так же помыть можно сполоснуть, чтобы не все у меня было мокрым, как бы для малыша. Не-не, Данечка, это не для этого, это вот регулируется, все равно придется все мыть. Угу. Потому что он же все запачкает. Просто что вот сейчас, пока он маленький, у него он невысокий. На вторую позицию, на первую, получается, перевести. Видишь, какой маленький? Угу. А так он ниже будет, так выше. Все, берем. А еще цепочку на вторую пустышку взяли. А то у нас только одна с цепочкой, вторая дома запасная без. Мишка. Взяли памперсы ребятам. И все вроде бы, да? Все, нам больше ничего такого не надо. Да, пойдем, угу. Дальше да, едем. Пошли. Здесь мы с Борей разделились, он поехал туда в банк зарплату получать. А мы с ребятами... А что ты туда наверх пошел? А мы с ребятами идем в ДНС. Анюте за планшет, ой, за чехлом. Мы с Анютой договорились, что она сама будет себя покупать, разговаривать со всеми, выбирать, чтобы она училась взаимодействовать с людьми. Какой выбрала себе? Вот как... такой, как у тебя. Копия, как у меня. Потом расскажем, почему, да? Поделись теперь, почему ты взяла именно такой. Там были две леты, разные другие, а она взяла именно вот эту модельку. Потому что, смотрите, когда я переворачиваю вот так, он не идет вот так скрывно, как наш планшет. Он вот тоненькая здесь, ну, плоская. Вот так, а у них в планшете чехол вот такой жесткий, вот такой ширины становится. И как бы, получается, как будто бы он кос вот так, если сделать, вот так. Угу. Это очень неудобно, поэтому я это взяла. Поздравляю! Тимофей теперь Лего себе выбирает. Вот автобус, который ты хотел. Но он маленький, это не автобус даже, это. Это больше девочковый. Это девочковая. Вот. Для мальчишек. Автобус он ищет себе. Хочет автобус очень автобус, сильно. Автобус, ну вот такого, маленький. Вот такой троллейбус есть. Это вот этот. А побольше? Больше сюда. Вот. Троллейбус взял. Ну, Тимофей хочет, что ты хочешь? Чего хочешь? Только громче говори, то тебя не слышно. Отцепить сверху вот эти. Как усики. Ага. И это. И что получится?
И получится этот автобус, а из автобуса внутри вытащу сиденье и получится дом на колесах. А, ты дом на колесах хочешь сделать? Ага. Ну, здорово. Пока Боречка побежал в аптеку кое-что купить, покажем, потом расскажем отдельно. Мы кушаем, у нас на обед гречка с овощами. Все ребята кушают. Приятного аппетита. Приятного. А Боречка у нас уже поел и сидит, играется игрушками. Привет. Да. Сидит? Да, сидит. Чуть полусидя сидит. Иногда сам садится, иногда ложится. Играется игрушками здесь у него. Разные. Расстегнулся немножко. Жарко ему, прям он аж мокрый. Жарко-жарко у нас в машине, очень жарко. Солнце это жарит. Мы вот даже вот в футболках ходили, на улице аж жара. Скажи, Аня. Прям очень-очень жарко. Окна даже открыты. Да, окна у нас открыты. Настолько жарко сейчас у нас. Забываю открыть. Типа открывали окна в машине, потому что жарище. Так что вот так вот мы обедаем. Сейчас папочка придет, тоже ему насыплю, тоже будет обедать. Приехали мы в место, где Комсомольская правда находится. Вот там Комсомольская правда находится, вот в этом помещении. Ну так, раз туда зайти. А сейчас Боречка нас поведет здесь ателье, где нам шьют палатку на багажник вот этой машины. Ребята, мы обязательно в отдельном видео, где мы будем оборудовать машину под дом на колесах, покажем вам. А это... А сейчас просто мы идем там некоторые моменты уточнять. Потому что сказали, что... Подожди, Боречка, эту дверь плохо закрыла. Сказали, что нужно кое-какие моменты уточнить. Нам уже там чуть ли не половину пошили. Бери, сразу скажем, у нас очень жарко, поэтому мы все раздеты. Видите, и все раздеты. Я сама в футболке. Видите, видите? А-а-а. Так что жарко, поэтому так себя... Ну и одеты так. Получается больше... Вот это наша будущая палатка. Да. Окошко. А тут дверь. Смотрите. Получается вот такая штука. Специальная ткань мы заказывали. Здесь, для палаточной, есть, палаточная есть ткань. Такая возможность. Вот это, ребята, только что я снимала. Боря там объяснял, как шить. Это ателье. Значит, мы купили ткань в этом, в Балтийский текстиль. Заказали. Из Новосибирска нам присылали специальную палаточную ткань. Там просто было неудобно рассказывать. Думаю, хоть немножечко два слова ставлю, а то много вопросов у вас возникнет. Это мы шьем палатку на багажник нашей машины. Палатка размером 3 на 2, да? 3,18 на метр 67. Слышали, да? А вот, в которую мы будем ложиться спать, залазить. Она будет очень хорошо сделана. Мы обязательно в отдельных видео все покажем. Потом обзор палатки сделаем. Где что там пришивают нам. Боря там такие эскизы сложные дал. Я говорю, вот это мы им задачку поставили. А шьет нам, мы сначала думали сами пошить, но насколько сложно, ребят. У нас сложная палатка просто. И мы позвонили, нашли этот, на центральном рынке находится ателье, да, правильно называется? Ателье Калибри. Там и магазин тканей, огромнейший просто магазин тканей. И ателье Калибри. А это у них технический цех был, куда мы приезжали. Тут они именно шьют, а там мы разговаривали. И там заказ тоже шьют, там легкие заказы. Там одежду заказ, шьют, легкие заказы, здесь, здесь такие сложные. Так что шьют нам палатку, ребята, мы так ее ждем. Мы так ее хотим протестировать. Мы ее установим на машину и в дождь протестируем, и все. Единственное, что мы будем сами проклеивать швы. Здесь только шьют в ателье, а швы будут проклеивать. Поэтому вот такие вот дела. Единственное, мы нашли еще одно ателье, но они отказались нам шить с этим, с нашей материей. А нам было нужно с нашей. А мы здесь в ателье купили только у них разные молнии, сетку противомоскитную, что там еще. Люверсы они нам свои ставят, в общем, все. А ткань вот мы заказали сами оптом. И эту и они у нас очень выгодно получилось. И тентовую ткань. И продали. Тентовую ткань, да, у них можно купить тоже на дно палатки и на чехол закрывать палатку. В общем, все покажем, расскажем. Ну, просто вот такой нашли ателье классное. Я тоже могу ссылочку оставить, у них и сайт есть, и официально здесь. Ну, и в Иркутске они отдел. Так что... И телефончик оставим. Класс. Не, просто может кому надо, кто ездит. Потому что мы поняли, что нам просто палатку в машине раскладывать, вот эти, помните, кресла, нам очень накладно. Сейчас нам предстоит поездка, где нам нужно по максимуму сэкономить свое время. А мы сделаем таким образом палатку хитрым, что ее не надо будет складывать, раскладывать. Что-то мы, ребята, приехали в торговый центр юбилейный здесь мы, видите? Вот Галамарт. Пустые стоянки. Мы сначала не поняли, да что ж происходит. Нам же нужно там вещи купить кое-какие. Ну, сейчас Боря пойдет посмотрит, но вроде бы торговый центр закрытый. Сейчас глянем, что там происходит. То ли выходной сегодня, потому что. Сегодня понедельник. Сейчас же выходные майские дни, праздники. Ну, закрыт в связи с...
противопожарными исследованиями и работами. Слушайте, ребят, у нас в Иркутске... Все торговые центры позакрывали. Очень много, да, практически. Вот мы куда не звоним. Когда будет открыт, не знают. Смотрите на сайте. Ай-яй-яй. Закрыто. У нас очень много, у нас закрыли очень многие... Да, скорее всего, сейчас массовые проверки проводят. Очень много торговых центров, развлекательных центров в Иркутске позакрывали на проверку. Не потому, что они нарушают, а именно на проверку. На проверку закрыли. И вот мы звоним там в некоторые центры, спрашивали, как, что, когда откроется. Они говорят, мы не знаем. Не знаем, закрыли на проверку все. Поэтому печалька, слушай, а как же мы тогда будем в другом месте тогда искать или как? То нам нужны какие вещи, которые именно здесь. После облома Обломыча. Идем с Аней в банк заедать горе кредитом. Это я не понял, Сань. Что-то я не понял. Видно, зритель тоже не понял. Ой, на самом деле у меня заканчивается срок карточки моей банковской, куда мне начисляют на Боречку эти детские. Надо продлить срочно, потому что она 2 недели делается, а мы через 4 недели уезжаем. И чтобы нам в пути иметь возможность снимать эту денежку, памперсы там покупать и все остальное в дороге, иду ее продлевать. Анюта говорит, мам, хочу с тобой, да? Так что пошли мы карточку делать с моей идите, любимой девочки. Сумочкой. Мы тут наслаждаемся, слушай. Так, планшет с собой взяла. И я тогда не беру фотоаппарат, я оставляю фотоаппарат вам. Да. Может, что-нибудь снимешь интересное. Ничего не сниму, я буду спать. Он Паша к конкурсу готовится с ними. Необычно. В машине поем, готовимся к конкурсу. Видно? Друг друга храните во все времена. Это мы сейчас везде. Иди, иди. Ребята, подожди, я карточку проверю. Есть она у меня? У меня, на. Давай сюда. К конкурсу постоянно готовимся, где можно поем, чтобы все было отчеканено. Конкурс «Почетная семья» мы будем выступать, поэтому мы делились в отдельном видео об этом. Нас пригласили в конце мая. Мы уже даже сценку начали репетировать, но уже не снимаем, потому что мы так, когда появится после обеда, например, покушали все вместе, раз сценку прогнали. Так что готовимся, готовимся. Хочется выиграть, ребят. Знаешь, когда готовишься ответственно, хочется выиграть, конечно, приятно. Так что... Пошла я. И? Второй облом. Выходной? 1 мая? А, сегодня 30-е, но до 2:30 не работали. Я прихожу закрыто. Зато знаете, чем мне нравится Сибирь-матушка? Вы посмотрите, как я иду. Видите, да? Вот видите, видите? Утром может быть холодно. Выходишь на улицу вот так вот. Не вот так вот. Сегодня замерзло все на улице. Замерзло, даже Боря говорит. Выходишь? Где-то 0.5 сантиметра льда было в этой в бочке на улице. О, минус. Днем красота просто. Вечером снова будет так. Поэтому у нас зимние курточки с собой в машине. Но днем можно наслаждаться. Ребята, понимаете? Садитесь, вот пристегивайтесь. Весна, вот прям, Паш, не надо вот туда очень нравится это. Вот этот момент. Вроде бы казалось бы, но скучаю за прогретыми ночами. А, теплых ночей очень мало. Теплых ночей очень мало. Да. Именно вот когда ночью тепло. Но ночью мы спим, в принципе. Уже все, наши теплые ночи. Не, но все равно скучаю. В Украине просто когда прогревается, температура уже устаканивается, ну, держится, то и ночью практически там, ну, нету таких больших перепадов. А здесь, конечно, большие перепады непривычно. Но весной ты идешь как в сафари, понимаете? Поэтому ничего. Все компенсируется, знаете, везде есть свои плюсы и минусы. И здесь много плюсов, и много каких-то минусов, которые мы не привыкшие. Но привыкаешь. Радуют вот такие дни теплые. Ссорятся уже мальчишки сзади. Я так, что случилось? Я не просто потянула. Они ко мне налезли. Вот нам говорят, что там у нас дети постоянно улыбаются. Вот вы сейчас видите, Сашунька плачет. Сашунька, что случилось? Анютка, говорю, налей мне тоже, пожалуйста. Что случилось? У нас там авария произошла. А ну, Аня, убери пакет, покажи. Мы в этом ящичке. Помните, в термоконтейнере возим все. Просто у нас остатки меда, нужно собрать его. И вот Паша разлил, ящик чистый. Да перевозили мы в контейнере мед. Чуть-чуть осталось. Что ты рассказываешь такое? Боря! Это мы мед с собой взяли литр. Паша его поставил туда, оно перелилось. Ну, перевернулся и вылилось в ведро и вылилось. И Боря собирает мед с контейнера. Ай,
Бывает же такое. Паша, Паша. У меня больно с такой случилось, по пакету все разлилось. Да, Ваня тоже была. А помните, как мне... А ты что, стихами заговорила? У меня больница такое случилось, по пакету все разлилось. А помните, как у меня разлилось на штаны, на сиденье сюда, на переднее, когда с черники ехали? Вот в тайге. Это, вот все было в меде. Да, папа с медом имел дело. А у нас папа мед любит. Я липкая вообще, меня аж коробит от липкого. А можно? Дети его съесть хотят. Папа убирает, а маму трусит от липкого. Я липкое просто очень не люблю, все липкое. Таня на очередь. Я сейчас соскребу здесь. Ящик чистый полностью, я его хорошо сегодня вымыла. И мы вот ничего сюда, повезло. Здесь только посуда стояла и все. Мед чистый полностью, все чистое. А это, так, сейчас я буду вам раздавать мед. Это, тихо, Саша, Сашенька, вот так аккуратненько только. Аккуратно, Саша. А где еще ложка? Нету больше это ложки, да? Нету, чистый. Саша, давай, съедай быстренько в рот. Нет, нет. Да, вот так, как суп. Давай, раз, два. Давай. Сейчас всем остальным дам. А потом сейчас тряпочкой мокрой помоем. Водичка у нас всегда с собой. У нас праздник. Технические тряпочки всегда с собой. Сейчас тут все вымою, потому что сюда же вещи надо положить. Ну, посуду обратно поставить. Ребята рванули на площадку. У нас на 6 мы к друзьям приехали. А вот сейчас 5:40, то 20 минут думаем, пускай ноги разомнут. Тепло на улице, хорошо, детей полно. О, погнали, ребята, все вон туда. Там новые эти поставили. Новые детские... аттракционы. Ну, аттракционы не, а как это? Элементы детской площадки. Парни нашли какой-то чемодан. И там вон спускается на этом чемодане с горы. Он еле-еле едет, этот чемодан, но они в нем сунутся просто. Еле-еле сунется этот чемодан. Но ездят же, застряли. Не хочет, не едет. Не сунется. Или там на горке что-то где-то есть. Застреет. Подпихивай бы. О, поехал. Ха-ха. Так. Чемодан в руки. И обратно по новой. Ку-ку! Что случилось? Да. Потянуло меня когда-то вот эти шланги поменять зимой. Купил новый комплект, старые. Ходили. Решил новые поставить, да? Решил поставить, ну мне ж купил. А они не как кенды. Полгода отходили, полопались, потрескались. Вот с этого, вот такой вот здесь стоял, вот черный. Лопнул, и такая струя оттуда. А это приехал на заправку, смотрю, а у меня что-то капли какие-то. Заглядываю, там течет под машиной просто, река целая. Это мы уже домой едем после ребят. Мы к Лене, к Саше и к Людой заезжали, у нас друзья. А сейчас смотрю, радиатор полный, нигде ничего. Забрызгано фасолом, но откуда течет, непонятно. Так домой доедем, а? Надо смотреть за температурой. Ну тасол Боря купил. Купил у Боря. Не, но он очень сильно тек. А вот, смотри, стреляется. Все, по глазам уже вижу. Нашел? Нет, не нашел. Только что начало выбрасывать. О, вижу, вот видишь, смотри. О, да. Видишь, где дюрка? Нет. Видишь? Да, вижу. Вот это качество патрубков такое. И мы так никуда не доедем, надо перематывать. Хорошо, у меня есть фум-лента, у меня есть изолента. Сделай сейчас. Это вот оказалось, старое нельзя менять на новое, потому что новое хуже, чем старое. Хуже в 10 раз. Так вот это силиконовую купил. Так может силиконовую купить следующую? Так у меня есть. Их нужно просто встать и сделать. А теперь придется завтра остановиться и делать, потому что больше никуда не поеду. Да? Это нужно гур снимать.
добираться к этим патрубкам. А сейчас я даже не знаю, наверное, нужно будет насос снимать. Потому что я туда руками не доберусь. Стоим с Борей, рассуждаем, как хорошо, что это произошло именно на заправке, что мы заметили, а не 20 километров от заправки, когда отъехали, что это сол Боря купил, что у него все есть необходимое для того, чтобы все это сейчас починить. Ну, возит он много всего с собой. Он рассказывал в отдельном видео, ребята, ссылочку в описании оставлю, где он рассказывал, что с собой возит всякие ремкомплекты и все остальное. Мне девушка здесь делилась на заправке, я покупал тосол. Она говорит, у меня тоже патрубок лопнул на моей машине, так мне ж иномарка, мне яма надо. Я доливала, доливала, еле домой доехала. Вот, и как просто Божье благословение, что тут рядом все. Я еще в городе. Да. И заметил именно. И заметил. Где-то не стало, что у меня загорелась красная лампочка. Непонятно, почему двигатель начал кипеть. И двигатель не вскипятил. Потому что залить-то нечем. Где я буду искать хоть воду? В тайге, да. Да. Поэтому как все удачно, да? Но это машина, ребят. Все время что-то, то одно, то второе нужно делать. Тем более это УАЗ. Вот. Но цены УАЗу нет. Она с недостатками, но ее достоинств намного больше, чем недостатков. Поэтому любим ее, заботимся о ней. Вот холодной сваркой буду сейчас лепить резину. То интересно, еще... что у тебя получится? Не знаю, что у меня получится, но эта холодная сварка, она на мокрое лепится. Да? А у меня нету чем. Я сейчас холодной сваркой залеплю, там закрою, потом фумой замотаю. Уже бы этот насос Гура снял, чтобы долезть туда. Короче, мужчина, если вы разбираетесь, о чем он говорит, смотрите, вот он снял его. Что он снял, я не понимаю. Насос меня... Гура, вот лежит, вот, вот, вот для лежит. Для меня оно все одно. Я смотрю, какие-то железяки, что-то он там снял. Ой, все, Боречка закончил. Сейчас будем ехать. Тосол нальет и будем ехать. Ну все, ребят, катим мы домой. Всем пока. На этом наше происшествие, вернее, путешествие наше заканчивается. Проезжаем пост КПП или как оно там правильно? Контрольно-пропускной пункт. Да. И выдвигаемся домой. Всем пока.